Сегодня у нас с вами будет необычное занятие. Первая часть занятия это будет проводиться в форме беседы, а вторая часть занятия будет проводиться изготовление наших моделей самолетов. От бумажной модели к планеру, от планера к самолету. Так рождается мечта 10-летнего брянского лицеиста Петра Гаврилова. Я хочу увидеть, как выглядит наша страна с высоты. С большой очень. Думаешь, у тебя получится? Да. Ведет в небо Петра и его товарищи, руководитель кружка авиамоделистов Андрей Орлов. Его первые ученики уже выросли, стали авиационными инженерами и летчиками. Я помогаю воплотить мечту детей об авиации, о покорении воздушного космического пространства. И вместе с тем мы с ними ведем беседы о военно-патриотическом воспитании, то есть о наших летчиках, о воспитанниках Брянского авиационно-спортивного клуба, которые стали героями Советского Союза. Кружок авиамоделистов в областном центре технического творчества в апреле присоединился к патриотическому марафону «Наша победа». Его проводит партия «Единая Россия». Главная цель этого мероприятия – всенародная поддержка специальной военной операции. В канун праздника 9 мая для брянских школьников в образовательных организациях проходят мастер-классы по рисованию и изготовлению транспарантов, моделированию. Сейчас очень важно развитие технического образования, развитие собственной авиапромышленности, развитие военно-промышленного комплекса. Я уверен, что, возможно, некоторые из этих ребят станут конструкторами и внесут большой вклад в развитие авиапромышленности России. Модели самолетов, которые сделают сегодня ребята, отправятся на фронт. В подарок бойцам. А еще ребята будут делать медали для участников СВО. Сами, своими руками. Их сотрудники партии «Единая Россия» также отвезут на передовую. Алексей Соболь, Алексей Рязанцев, Брянск.